И богатая страна? Да. О, молодец. Давай, рассказывай, чем мы богаты? Медведи у нас, мишки. Потом у нас еще, на всякий случай, там нефть. Есть. Ну, это на самый крайний случай у нас. Да. В основном, конечно, мишки. Слова русские иностранцы должны учить какие-то на День России? Обязательно. Три самых важных слова для иностранцев в России какие? Ура за Россию и спасибо, Россия. И отпустите меня. Да еще.